этим кораблем больше. Через пару дней еще один корабль придется стыкует. Чувствуем, вопрос был. Ну, я думаю, во всех кратках вам Федор Николаевич Юрчихин расскажет, как мы себя чувствуем. Но могу сказать, что если занимаешься спортом, то чувствуешь себя неплохо. Все зависит от организма, все индивидуально очень. Надо просто разогнаться до скорости 28 тысяч километров в час, и все, и можно оставаться на орбите. Воздействует на спутник, но на космонавтов воздействует не очень хорошо. Получаем радиацию, плохо спим, но и так практически не чувствуем. На космической станции у нас очень много.